Добрый день, друзья! Добрый день! Мы сегодня хотим записать ролик, который, может быть, поможет многим женщинам, у кого пьют дети либо мужья. На самом деле мы тоже столкнулись в практической работе с такими проявлениями, когда женщина убеждена, что она хорошая мать, она заботливая, она добрая, она нежная. Она все делает ради своей семьи. А ее семья ее не ценит, муж бухает, вот он такой-сякой, да. И всегда считалось, что если сын присоединяется к мужу, то это плохая генетика, плохая наследственность и так далее. Так об этом ли идет речь? И вот смотрите, реальный пример из работы. Мы специально для вас записываем это видео, чтобы вы просто включили мозг и осознали, потому что выбора уже не осталось. Смотрите, вот ребенок освобожден от кармы полностью. Душа свободна, можешь идти куда угодно. Возраст тот, когда уже отделяешься от родителей и можешь осознанно изменить сценарий. И, конечно, любая душа, она выбирает жить в свободе, любви и радости, а вместо этого она, смотрите, не по генетике, не по карме, а вдруг становится на сторону отца и начинает проявляться точно так же, как отец алкоголик. С чего бы это? Вот даже просто задуматься на эту тему, не спихивая ответственность на генетику, не спихивая ответственность на карму или на алкоголизм, или на то, что общество плохое, государство плохое, или еще что-то. А задуматься, я нахожусь в точке здесь и сейчас, я хорошая мать, я растила своего ребенка, и этот ребенок вдруг включает вот такое зеркало для меня. Зачем? И если вы вот в такой позиции, с такого восприятия подойдете с вопросом, то что вы увидите, как вы проявляетесь? И вдруг окажется... Ну, вы увидите просто, вдруг окажется, что это ваш запрос на это. Вы в другую игру не можете играть просто и не осознаете этого. Сколько бы мужчин перед вами не поставили, какого бы мужа вам ни дали, золотого, пускай этот пил до вас. Дайте вот совсем свежачка, который никогда не пробовал алкоголь. При вас он сопьется за год. Сопьется, сгуляется, что угодно, но именно человек будет деградировать. Он будет проявляться так, потому что это ваш внутренний запрос. Уже осознание этого момента, то есть вы посылаете маячком, сос, 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 я притягиваю ту душу, которая будет пить, курить, ходить по бабам и так далее, для того, чтобы я изменилась. Чтобы я на этом самоутверждалась. Угу. Потому что я привыкла самоутверждаться, я привыкла... Я же хорошая. Да, я хорошая. На этом фоне. Я привыкла обесценивать мужчин, я привыкла командовать мужчин, топать ножками, дайте мне здорового ребенка, вы мне должны. Пусть он не курит, пусть он не пьет. Но вы же уже имели здорового ребенка. И до этого вас не устраивало, что у него там были проблемы другого плана, того плана, что медицина не лечит. Почему вдруг ребенок, который поправился и мог идти в здоровую жизнь, идет туда же, куда пошел отец? Есть смысл задуматься? Есть, господа. Так вот, оказывается, что во время алкоголизма, когда у вас в окружении есть алкоголики, пьющие, бьющие, гуляющие и так далее, это запрос вашего, милые дамы, подсознания на такое проявление с вами. Это вы попросили эти души сыграть с вами в такую игру. Осознание этой точки очень важно, когда вы ответственность возвращаете за свою жизнь на себя. Следующий шаг, который надо сделать, это поблагодарить этих игроков за то, что они согласились вас оттренировать. Осознание вот этой благодарности к ним и в то же самое время благодарность не может быть без закрытия обид, вины, злости. По это сути будет неблагодарность. Дела, иначе это будет неблагодарность. Это надо искренне простить. Это надо осознать. А это анкеты осознавания. То, что мы написали вам и говорим другим. 100 штучек минимум. И если вы будете писать и распечатывать по одной, вы будете лгать себе. И на пятой, на десятой отвалитесь. Я типа поработала. Потому что вы привыкли самоутверждаться, врать и ни хрена не делать. Милые дамы, так просто вы привыкли. А если вам надо измениться, то надо сформировать другую привычку. Не вот эту,
а ту привычку, что я действительно искренняя, открытая, и я притягиваю к себе действительно искренних и открытых. И тех, кто со мной рядом, никогда не бухают, не ходят по другим бабам и не курят, и все остальное не-не-не, да? Только с вами, только в любви, только открыто и только в радости и в счастье. И вот смотрите, разница даже вот по эмоциональной составляющей вот и счастье. Разницу чувствуете? А это надо изменить в себе. Это надо в себе сформировать другую привычку. Искренность. На самом деле искренность. Так вот, привычку формирует регулярная работа. И когда вы анкетку за анкеткой 100 штук отпишите просто в пачечке. Поэтому мы и специально в Сабришине сделали пачечки такие, чтобы вот соточка, если будете распечатывать сразу соточку, и эту соточку честно сделать. И когда вы ее честно сделаете, вдруг в какой-то момент и облегчение. Слушайте, так и этот муж нормальный. А дальше следующее осознание. А с чего бы это вы с этим мужем жили столько лет, вот с таким козлом? И знаете, что вы обнаружите? Что вы жили с ним за его зарплату? Чтобы он деньги приносил? Потому что вам было выгодно это? Опять-таки нечестны, не искренни сами собой. Вы врали себе. А посмотрите, как вы себя обесценили. Вот возьмите его зарплату и посчитайте, за какую сумму вы себя продавали. Дешевле самой дешевой проститутки. А потому что не по любви жили, а потому что ради денег, ради его зарплаты жили. И представляете, и так живет половина общества. И уже даже за это можно, вот когда вы это все осознаете, уже даже за это можно поблагодарить мужа. Поблагодарить. За то, что он вообще вам давал, что вы не бесплатно на панели. Да. И после того, как вот это начинает доходить, следующий шаг, так сколько же я стою? А на самом деле вы-то бесценны. И действительно, полюбить себя, принять себя и осознать свою ценность помогает практика зеркала. Просто тупо ее делая, искренне начинаешь плакать от того, как себя обесценил. 20 лет дешевле самой дешевой проститутки. И при этом при этих словах не винить кого-то, а именно это к себе. Это к себе, ведь это же вы себя так обесценили. Вы себя так обесценили, согласившись на такую жизнь. А вам эти души, благодарить их надо. Они согласились вам это подсвечивать. Они вам ходят, так как зеркала, показывают. Смотри, что ты делаешь с собой. Смотри, как ты себя не любишь. Смотри, как ты себя обесцениваешь. Смотри, как ты пытаешься внутри компенсировать вот эту самоценность, не выровнявшись, открывшись и открыв в себе Бога. А за счет того, что ты на алкоголике самоутверждаешься и делаешь своего сына алкоголиком. Угу. Вы представляете, что вы творите со своей жизнью? Милые дамы, и не муж виноват в том, что он пьет. Это созависимые отношения. Алкоголизм мужчины начинается с жены, с матери, с ближайшего окружения. Это созависимые отношения. Начните с себя, выровняйте свое отношение к себе. Две практики, анкеты, осознание и зеркало. Искренне до момента, до мурашек, до слез, когда проберет, когда включится чувство, когда вы действительно осознаете в себе Бога, вот этот момент, когда он наступает, вот с этого момента осознание, что вы достойны счастья, и с этого момента можно писать практику третью, включать счастливое будущее. Потому что будущее можно писать только из состояния счастья. Потому что если вы пишете его из состояния лжи, обмана, закрытости, от ума, я поняла, я не поняла, это не работает. Да? Это не работает, потому что вы в карме, господа, вы пляшете дальше под тупую дудку своей закрытости. Это значит, закрытости. Что вы ничего не научились, да, ничего не осознали. Вы профукали эту жизнь и ни черта не поняли. И потом будет следующее, следующее, следующее. А на самом деле мы все живем как будто в книге, как будто в строчках этой книги. И я вот правда, а сейчас осознаю, что действительно книга жизни – это вот мы и живем вот между этих строчек, где каждый подсвечивает нам так же, как текстом, просто пишет, посмотри, вот ты читаешь, это о тебе, это тоже о тебе. Научитесь читать эту книгу,
Действительно, откройтесь ей, откройтесь этому миру. Позвольте дышать этим миром полной грудью, позвольте себе проявляться, позвольте себе открыть в себе этого Бога, Творца, Создателя, Абсолют. Это все в вас есть. Вы просто не привыкли брать ответственность за свою жизнь на себя. Вы пеняете на зеркало, когда рожа кривая. Идите и выровняйте свое лицо. Помойте, приведите его в порядок. И тогда действительно придет счастье. В искренности и открытости. Это как прочитали эту книгу. Вот прочитали книгу, получили опыт, знания, да, и теперь вы можете открыть блокнот и начать писать свою книгу. Чистую книгу, где уже строчки будут ваши идти от состояния знаний вас. Вы чисты, искренни. Итак, для того, чтобы ваши близкие перестали вам отражать алкоголь, курение, злость, агрессию, измены и так далее. Надо анкеты осознавания, надо практика зеркала, надо прийти к себе настоящей, искренней, открыться самой себе и Богу в себе, да, синхронизироваться с собой. И когда вы осознаете, что достойны счастья, тогда написать будущее состояние счастья. Всего 3 практики. Все очень просто.